Штрихи к портрету. Ко славе страстью дыша, в стране суровой и угрюмой, на диком бреге Иртыша сидел Ермак, объятый думой. Известная песня об известном герое с неизвестной биографией. Ермак – покоритель Сибири и дикий брег Иртыша, недалеко от Павлодара, Емышевское озеро. Согласно общепринятой версии, Ермак погиб на реке Вагай, приток Иртыша, где-то рядом с Тобольском. Был ранен и утонул под тяжестью царского подарка – кольчуги. Но есть и версия менее распространенная. Смерть герой-разбойник принял на озере Емыш, куда заманил его хан Кучум. Ну, на то они и мифы, чтобы верить в них и из уст в уста потомкам пересказывать, приукрашивая, что знал, и пропуская, что забыл. Глава первая. Человек-загадка. Совершенно вольное воспроизведение внешности знаменитого Ермака, потому что неизвестно, как он, собственно, выглядел. Все только домыслы, мифы, догадки. Хотя, говорят, известно его имя – Василий Тимофеевич Оленин. Но это тоже спорно. В его биографии все спорно. Вот уже почти 5 столетий угадать пытаются, кто был, зачем в Сибирь ходил. Сначала кто был. А Ленин – имя предположительное, упомянутое 100 лет спустя. По словам историка Николая Карамзина, Ермак был роду безвестного, но душою великой. И потому гипотез тоже множество великое. Родился в Архангельске, на берегах Камы, Дона и вообще из Суздаля. Уже тогда Карамзин дал понять, что его этническая принадлежность весьма спорная, и те гипотезы, которые имеются, они все...